Стивен и Кейлин – туристы из Сиэтла. Они, как и тысячи других путешественников, этой весной приехали в Мадрид осмотреть город и попробовать знаменитый тапас. Сезон 2023-го станет первым по-настоящему постковидным, и власти Испании ожидают, что поток изголодавшихся по поездкам туристов в страну побьет все рекорды прошлых лет, превысив даже допандемийные цифры. В 2019 году страну посетили почти 84 миллиона человек. Spanish tourism is really booming this year. What we're seeing is just this kind of pent-up energy still from the pandemic that people want to get out there and see the world. You know, they want to experience, you know, little shops like this and have a great glass of wine and experience all that Spain has to offer. Только на пасхальную неделю отели в Испании забронировали на 20% больше гостей, чем в прошлом году. Это данные испанского гостиничного альянса. Там ожидают, что летом отели будут заполнены почти целиком, как минимум на 90% от максимальной загруженности. España espera una temporada turística histórica, pese al aumento de precios que podría alcanzar el 20% este verano. Pero ahora mismo el mayor reto de las empresas del sector es encontrar trabajadores para satisfacer la demanda. По оценкам HR-компании Randstad, Испании потребуется не менее 60 тысяч дополнительных работников в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Ведущие игроки рынка, такие как сеть отелей Мелия, запустили в социальных сетях кампании по привлечению молодых талантов. Студенты этой школы гостиничного бизнеса в Мадриде закончат обучение через несколько недель и будут готовы выйти на рынок труда как раз к началу высокого сезона. El 100% de los alumnos que salen de la escuela y que quieren trabajar, de inmediato los dejamos en un puesto laboral. Так что, несмотря на высокую инфляцию и экономическую и политическую неопределенность в мире, этот туристический сезон вполне может стать лучшим в истории Испании.